взять? Возьму. Ну, что-нибудь цветное будет желать, светленькое. А сколько она стоит? Да здесь все где-то, да, стоит? Сколько стоит? В районе 15. 15? А здесь нету, как в этом, а вот в этом есть. Ну это $20. А что это мейк синяя? Ну, ты имел в виду вот такого? Ну, это панчо какой-то. Панчо. Нет, ты темный не смотри. Зачем тебе темное? Надо. Я все здесь смотрю. Солнце. Да что? Где на солнце-то бывает? О, опять черный достал. Ну, прикольно. Как вот? Вот это мне нравится. Оно прозрачное. Сколько стоит? Оно на самом деле просвечено. Да и хорошо. И пуговицы удобно расположены. Сколько стоит? Платье. Всех платьев так, ну, футболка. А как его расстегивать, застегивать? Не надо расстегивать, просто... Это чтобы продувало и спина не потела. Когда на огороде. Копаешься? Ой, смотри, у меня... Типа такой, только голубенькая и с рукавами, а здесь без рукавов. Возьми. Ты что, снимаешь, что ли, все? Зачем? Ой, с этой стороны тоже эльки. А ну где там, папа, пошли с этой стороны. С кем разговариваем? $17, теплая на вид. Теплая, говорит, на вид. С причесом. Саша, скажи, пожалуйста, зачем ты это все снимаешь? Так без рукавов мне не интересно. Чего оно? Че тебе прозрачное не нравится? Ну все, ну толстое. Опять вот это песочное. Ну такой цвет какой-то вообще, да? Так, ну, блин, опять все прозрачное. Мне тоже нравится. Почему? Я говорю, мне такие нравятся. И мне нравятся такие вообще. Кто бы сомневался, да? Жуткий цветочек. Пятнадцать. Это как ночнушка. Фигня. Так нет, там трусы в комплекте не идут. Шорты. Шорты. И пуговиц сзади нет, как ты любишь. Как тебе не нравится? Почему? Ты же говоришь, тебе с пуговицами мне нравится. Мне там без рукавов не нравится. На спине лежать неудобно. Я бы не собираюсь не ложиться. Ну, тут ты знаешь. Серо-буро-малиновая. Ну что, вот розовенькая. Мне нравится розовенькая? Нормально. Видимо, не нравится, раз молчишь. Немножко грязновато его смотрится. Нормально он смотрится. Пола. Это как будто это платок какой-то, да? На даче шашлык делать. Пока дачи нет, не, можно я не буду брать такую? Вон, смотри, цветокаки. Да, ну пока шашлык ты не делаешь. Под мои шорты. Ну, тебе шорты свои отдам. Да, такая? Прикольно. Она такая зелененькая. Тоже под мой шорт. Да? Отдашь шорты, все, беру. Всю жизнь не стала таких шортах. Это дырка на заднице, не знаю где. Сзаду? А что они так повесили вверх ногами? Я же так не вижу ничего.
большие вырезы. Что-то там ниточек много. Тебе не кажется, что слишком большие вырезы везде? Нет, нормально смотрится. Нет, вообще. Но ткань приятная. Ну что, возьмешь, померяешь? Нет, не буду это носить. Я вообще в примерочную не хочу идти. Она вообще работает? Мне кажется, не работает сейчас. Почему тут все шиворот на выворот навешаны? Торопились. К открытию успеть? Не слишком быстро для вашего видео передвигаюсь? Не, нормально. Это юбочка? На шею одеваешь. Ух ты, вот это я, вот это размахайка. Офигеть. На вырост? Да. Капец. А это как? Это вот так одевается? Да, да, да. Нормальчика какая-то под ней скребается. Ой, в горошек. Вау, прям розовая. Жуть, да? Не знаю. Яркая слишком. Со спины? Это впереди. Это перед или зад? А что это? Что-то поменялось? Раньше пуговицы только сзади были. Слушай, нравится мне такая? Не хочешь взять? Мне не очень она нравится. Нет. Устала? Да. Пошла штаны. I like Ghost Ocean. Working.
женская обувь. Дискаунт. Ну, скидки. Тебе нравится? Какие? Как кожа змеи.